Всем привет! Сегодня у меня вот такая гора посылочек с AliExpress. Сейчас мы вместе с вами проверим, что же в них пришло. Так, прежде всего хочу начать вот с этой посылочки. Это для сына компьютерная мышка. Он, конечно же, уже ее проверил. Отличная, хорошая мышка. Цена у нее не такая высокая, хорошая бюджетная цена. Только единственное, что меня разочаровало, очень плохая упаковка. Посмотрите, тонкий такой пакетик, долгая доставка. Так, ну это тоже она там была. Вот так. Вот в такой только что тоненькой оберточной пленочке и все. Мышка отличная, сын уже проверил, сутки уже играет с ней. Вставлю фотографии, как она светится. Она очень красиво светится. Посмотрите, вот такие кнопки тут сбоку. Здесь колесико крутится. Видно даже здесь его. Вот здесь тоже какие-то кнопки. Очень удобная в руке. Шершавая немножечко. Вот, все отлично. Сын проверил. Вот такой вот тканевый провод, что очень хорошо. Вот такой штекер у нее. Ну, мышь отличная. Так, дальше. Теперь начнем с моих посылочек маникюрных и не только. Кстати, вот девочки недавно хвалила, я показывала лак, гель-лак приходил. Вот сделала себе маникюр с этим гель-лаком. То есть эти пузырьки, один приходил у меня вот такой квипай, здесь только одни блестки. Мне он не понравился из-за того, что тут только что одни блестки, но на самом деле вместе с вот этим, который в последнем видео я показывала, тоже квипай, это же фирма, вместе они, видать, созданы друг для друга, и посмотрите, какая красота получилась. И вот те камни, которые до этого тоже приходили в распаковке, в предыдущих где-то распаковках, вот эти вот камушки тоже, посмотрите, подобрала под цвет, он переливается тоже таким оттенком, то есть супер. Так, ладно, немножко мы отошли от темы, продолжаем. Значит, первая посылочка у нас с купоном брала за $1.46. Так она немножко подороже выходит. Порадовала меня. Этот магазин очень меня порадовал тем, что они положили в подарок две наклеечки. Конечно, одинаковые. Тем более у меня такие есть. Еще и немножечко помялись. Но это ни в коем случае никак не портит настроение. Потому что, ну как, такая красота еще и в подарок. Так, значит, вот такие товары. Доставка быстрая. Ну, я считаю, что быстрая. Это гель-паутинка. Посмотрите, такая баночка красивая. Позже мы с вами протестируем, пока не буду ее открывать. Вот, взяла черную и еще идет серебристая. Посмотрим потом еще что. Я пока не знаю, не умею ими пользоваться. И вот такой гель-лак. Тоже какая-то новая фирма. Елиак. Или Елиас, не знаю точно, как она произносится. Но такой лак, посмотрите, это просто бомба. Я когда открыла, я была в шоке. Я говорю, где он был раньше, на Новый год? Вообще супер. То есть красный и переливается всеми цветами радуги. Такие там блестки красивые. Ну тоже мы с вами сделаем выкраску, протестируем эти товары. Так, следующая посылочка. За 2 рубля с купончиком брала. Уже давно закрыли этот заказ. Я не стала открывать спор. Ну, вроде считаю мелочь. Это вот такая ленточка. Ну, многие уже знают. Это для того, чтобы не натирать мозоли, когда что-то режете ножом, ножницами. С чем-то таким работаете. Обворачивают, обматывают пальцы, чтобы не натирать. Ну, не знаю, посмотрим. Я никогда такую вообще не видела, не брала. Но за 2 рубля почему бы нет. Так, следующий товар, посылочка, доставка. Вот, кстати, очень быстрая доставка, 26 дней всего. За 98, цена этой посылки 98 рублей и обошлась с купоном за 27 рублей. Конечно, я не знаю, буду ли я этим пользоваться. Посмотрите, как все упаковано. Ну, власть.
То есть это магнитные ресницы. Может, кто-то, конечно, пользуется вовсю такими. Я ни разу не пробовала. Если мне не понравится, я куда-нибудь их определю. Отдам дочке или кому-нибудь еще. Но мне так понравилась упаковка. Посмотрите, как это все качественно сделано. Магнитные реснички. Тут магнитик внизу, видимо, под вот этой вот. И вот так вот они клеятся. То есть, ну, попробую, не знаю, напишу в отзывах, как в комментариях, то есть, как оно вообще держится и стоит ли их вообще покупать. Взяла какой-то первый попавшийся там номер. Они там разные идут по номерам. То есть, вот такие вот реснички. Кто пользовался, напишите, как. Ну, за 27 рублей еще и такая упаковка. Я вообще, знаете, шокирована, честно говоря. Так, следующая посылочка. Тоже доставка, ну, не такая долгая. Написала почти 2 месяца. За $1.84. Это пластинка. Так, как вам тут показать? С надписями. То есть китайцы уже научились делать русские надписи. Идет еще одна, та покруче от этой пластины. Вот та придет, то вообще бомба. Ну, и это тоже того стоит. Вот как-то со всех сторон эти лампы, не знаю, как отвернуть, чтобы вам не отсвечивало. То есть, видите, какие надписи интересные есть. Ну, тут есть и на английском, и на русском. Протестируем попозже. Интересная пластина, конечно. Так, дальше, поехали. Это тоже посылочка, давно закрыт заказ. Открывала спор, продавец попросил закрыть. Но она пришла. Я очень рада. Муж, когда увидал, говорит, а куклу не заказала. То есть он подумал, что это набор посудки. Ну, это да, как-то выглядит. Это дорожный набор. Ну, дорожный, либо... Сейчас вытрясу все и покажу. Тоже что-то он там недорого стоил. Заказывала с купоном. Помню, несколько посылок продавец разделил. То есть вот такой спонжик большой. Дальше идет баночка вот такая, мисочка для смешивания масочек. Вот ложечки мерочные специальные. Ну, конечно, напоминает посудку. Лопаточка. Вот такая маленькая баночка. Все упаковано. Вообще все на высоте. Баночка с закруткой. Проверяла хорошо. Вот такая кисть для нанесения маски. Хорошая. И пузырек. Ну, брать с собой, я не знаю, какое-то жидкое мыло, шампунь там или какой-то тоник. Ну, отличный дорожный набор или дома можно. Ну, я, конечно, брала не для дороги, а вот просто баночка, думаю, пригодится мне какие-то стразики пересыпать. Сюда какое-то средство, там, антисептик какой-то перелить. Вот, кисточка, не знаю, может быть, конечно, где-то пригодится. Ну, конечно же, не на ногтях, куда это, какие надо ногти иметь лошадиные. Вот, ну, ложечки тоже, вот тут мерочки стоят 2,5, 5, 15 миллилитров, может, даже где-то в кухонных каких-то пригодятся. Ну, и мисочка куда-то тоже пойдет. То есть, все нужное, комплект хороший, дорожный, там что-то он в пределах, не знаю, 80 рублей, что ли, стоил. Так, и последняя посылочка на сегодня, тоже затерявшаяся. Короче, разочаровала меня Николь Дайри. Я 2 раза заказывала по 2 лака для стемпинга. Первая посылка не пришла, вторая не пришла. Открывала спор, они написали, отправим вам повторно. Отправили 1 посылку повторно, а за вторую так ничего, и все, и тишина. Замяли, короче, и уже время прошло, я не стала открывать спор. Ну, хоть за 1 прислали повторно, и то рада. Хорошо упаковано. Это лаки для стемпинга. Тоже протестируем с пластинкой вместе. Выбирала такие цвета красивые. Вот один вот такой вот, как цвет фуксия, наверное, или розовый. Такой красивый, конечно, оттенок. Так, и второй. Ой, чем бы. Все в коробочках, все как положено. Вот такой красивый васильковый голубой цвет, обалденный. Вот. Ну, еще 2 лака. Может быть, конечно, они придут, но уже спорить я не буду. Открывать споры уже надоело.
Что-то последнее время какая-то фигня происходит. Так, ну вот, теперь давайте протестируем наши товары, которые можно протестировать, и посмотрим, как они в действии. Сначала выкрасим этот лак. Кстати, забыла номер сказать. Номер 3706. Я еще заказала вот таких два, тоже идут этой же серии. То есть с блестками, с такими же. Так, и выкрасим. Ложится очень хорошо, и даже в один слой, по-моему, он прекрасно перекрывает. О, какая красота. Девчонки, посмотрите, какая прелесть. Не хочет фокусироваться, но видно, как красиво переливаются эти блестки. Это вообще что-то с чем-то. Так, мы ставим, сушим. Так, вот первый слой просох. Давайте второй покроем, посмотрим, что-то изменится или нет. Ну, стал... Ой, немножко вымазал. Стал немножко потемней и более насыщенные вот эти вот переливы. Это вообще бомба. Я говорю, где он был раньше, этот лак? Перед Новым годом пришел бы, было бы вообще тут... Ой, красота. Сушим. Ну вот, уже покрыла топом. Вот так вот конечный результат выглядит. Я считаю, вообще лак достойный. Хорошо наносится. В один слой прекрасно перекрывает. И так играет. Прелесть. Давайте теперь тестировать другие продукты. Так, гель паутинка. Оказался он серебристый. Я перепутала. Мне еще черный идет. Я думала, что это он пришел. Я его открыла. Посмотрите, какой он. Красивый цвет серебристый. Уже поиграться успела. Вот сейчас покажу, что тут. Вот видите, как он тянется. Такая интересная консистенция у него. Тянется отлично, бесподобно. Сейчас с вами посмотрим. Вот я для примера сделала тут на одной типсе. Поигралась. Так, а теперь попробуем вместе с вами. Ну, сделала вывод, что мне удобнее кисточкой, не дотсом. То есть мы берем, вот так подставляем. И вот такими наматывающими движениями накручиваем. Очень удобно все это делается. Снизу ничего не остается, то есть она обрывается где надо. Вот. Если нужно поставить точку, набираем немножечко на кончик. Ставим точечку и тянем. И закрепляем. То есть вот такая вот линия получается. Опять также чуть-чуть набираем на кончик кисти, ставим, тянем и где-нибудь прицепляемся. Ну, конечно, на серебристой не так заметно, потому что здесь блестки, и они немножечко создают объем. Вот, видите, как она тянется классно. Опять же, ставим вот даже в эту предыдущую точку, тянем вниз и останавливаемся. Классно вообще. Мне понравилось. То есть ровные линии делает на раз, два, три. С ней такие сумасшедшие дизайны делают, смотрела в интернете. Геометрия вообще отлично будет получаться. Но мне больше вот такие вот интересные понравились дизайны. Даже пробовала, вот покажу сейчас на своем пальчике. То есть вот так вот это все делается. Не боимся, что кожа вымажется. Это все легко снимается.
Вот посмотрите, внизу ничего нету. И вот так вот получается. Вот такой дизайн. И даже нигде не вымазалось, ничего нет. То есть легко и просто. Я вообще думала, что что-то такое замороченное. Но мне понравилось. И, кстати, что интересно, что у нее нету липкого слоя. То есть вот нанесли, сделали дизайн, все. Просушили. Липкости нету и не надо перекрывать топом. Очень классная вещь. Еще придет черная, тогда мы с вами протестируем черную. Так, и осталось нам протестировать вот эту пластину. Кстати, номер JR102 с надписями. Сейчас посмотрим. И вот эти как раз гель-лаки. Лаки для стемпинга. Давайте голубенький сначала. Ну, любую надпись какую-нибудь. Что-то плохо размазывается. Краска остается почему-то. Или у меня карточка что-то. Ну, попробуем другую. Ну, нет, это у меня был скребок. Не очень чистый. Следующий давайте попробуем. Лак хороший, такой жиденький. Ух ты, аж оторвался. Ну, не знаю, как-то остается пространство какое-то белое внутри. Мне кажется. Но я потом ближе покажу. Так, давайте теперь розовый попробуем. Тут в основном надписи больше иностранные. Ой, не туда залезла. Видите, как-то не совсем несуразно получается. Так, что-то тут хотела. Вот что-то по-русски, по-моему. Непонятно, то ли по-русски, то ли не по-русски. Так, ну, хватит. Я думаю, и так будет понятно. Давайте поближе посмотрим, что получилось. Ну, немножко вот это мажется все, я не знаю. Вот, тут трудно понять, но что-то тут, по-моему, не по-русски. Не жди чуда, будь им. Здесь видно, что написано. Здесь как-то вот в серединке белое получается пространство. И здесь как-то, я не знаю, вроде заполняется полностью краской. Короче, вот допечатала сама остальные. Вот, смотрите, как получается. Возможно, краски еще такие не особо, я не знаю. Ну, обычно Николь Дайри хорошие краски. Ну, вот такие вот получаются надписи. Я думаю, все видно, если приглядеться. Будем ждать другую пластину, тоже, по-моему, от этой же фирмы с надписями. Вот, лаки хорошие, так жиденькие, приятные, вроде бы пигментированные. Вот, надеюсь, еще вторые придут, вторая партия. Все, на этом заканчиваем видео. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.